Всем большой и пламенный привет! Активно начала подготовку к осеннему сезону. Перебрала вещи, чтобы понимать, что необходимо докупить, чтобы гармонично комплектовать вещи друг с другом. И хочу поделиться с вами тем, что докупила к осеннему сезону. Возможно, и вам какие-то идеи будут интересны. Всегда очень радуюсь, когда вы берете на вооружение какие-то мои идеи. Из домашних вещей, не сковывающих движения, выбрала свитшот и шорты. Почему именно с шортами? Потому что, когда мы включаем отопление, средняя температура в доме у нас 28 градусов. Для нас это комфортно. Итак, комплект из хлопка, без утеплителя. Приятный к телу, и в нем чувствуешь себя красиво, расслабленно и комфортно. Цвет нейтральный, скорее даже базовый, поэтому дискомфорта психологического этот оттенок не вызывает. Для повседневного выхода докупила свитшот. Классического кроя со стеганым орнаментом и декором в виде молнии. Это не обманка, расстегивается насквозь. Неожиданное решение. Мне понравилось, что ткань на 97% состоит из простеганного трикотажа. Таким образом, это исключает растягивание или обвисание ткани. Еще круглый ворот, боковые части кроя и рукава отделаны дышащей тканью, которая в местах трения не будет образовывать катышки, так как трикотаж это дело быстро образует. И это продуманное решение, мне нравится. Еще одна вещь на осень и зиму, их много не бывает, поэтому я решила докупить свитер. Он теплый за счет плотной вязки, милый и уютный, декорирован в виде деликатного кружева и контрастного рисунка, который вызывает лично у меня приятные ассоциации. И для повседневного образа вполне теплое и подходящее решение на смену кардиганам и жакетам. Из верхней одежды докупила всего одну вещь. Это кожаная куртка из искусственной кожи приятного шоколадного оттенка. С крупными молниями, застежкой и стеганой прошивкой. Подкладка у куртки вискозная, а значит, будет сохранять тепло и терморегулировать. Кожаная куртка – универсальная вещь в гардеробе. Практичная, функциональная, а главное, подойдет для любого типа фигуры. Уже несколько сезонов думала о покупке шляпы. И наконец-то сделала это. Она из плотного фетра, модель Федора, обвитая черной лентой, и на тулье у нее имеются три впадины. Мне нравятся шляпы. В одно мгновение можно изменить образ на смелый, интригующий, в зависимости от модели. Я выбрала в карамельном оттенке Федору, чтобы она комплементарно по цвету сочеталась с кожаной курткой и джинсами и пальто глубокого синего холодного оттенка. В ветреную осеннюю погоду согреет. И мне очень нравится, что предусмотрен регулятор размера шляпы. Тем самым она всегда будет плотно прилегать к голове. А еще меня потянуло на светлую обувь. Но так как все лето я проходила на низкой подошве, я соскучилась по каблукам. И для начала возвращаюсь к устойчивым. Выбрала бежевые ботильоны, так как это нейтральный цвет, его можно сочетать почти со всеми яркими или пастельными цветами. Средняя высота каблука позволяет образовывать как повседневные, так и романтические варианты. Для комфортных прогулок выбрала яркие сникерсы. У них прозрачная силиконовая подошва. Отлично амортизируют, создавая мягкость и комфорт при ходьбе. Можно долго гулять без чувства усталости в ногах. Но подошва не такая гибкая, как у обычных кроссовок. И, кстати, дизайнерское решение, выполненное в светло-прозрачном слое, не утяжеляет визуально ноги. При этом пару сантиметров прибавляет в росте. В такие кроссовки с плоской подошвой я вставлю ортопедическую стельку, чтобы не провоцировать плоскостопие. Подводя итог, для себя определила, что мой выбор предполагает универсальность его взаимосочетаемости вещей в гардеробе. Докупая пару новых вещей для сезона, вношу новые элементы. И психологически это комфортно, и финансово незатратно. Поэтому желаю вам разумных и выгодных покупок.